На сцене Дубковского дома культуры «Гусеница» – это женский казачий танец в исполнении ансамбля «Калинка Сувенир». На его постановку потребовалось немало времени, больше года. Идея принадлежит руководителю коллектива Елене Тимофеевой. Однажды мне довелось посмотреть кубанский казачий хор, и там был очень интересный танец гусеницы, женский казачий танец. Ну, решила попробовать, нашла описание, музыку, стали пробовать. Конечно, многие движения пришлось облегчить, потому что там танцуют профессионалы, а у нас просто обычные девочки. Танец непростой, но влюбляет в себя сразу. Яркие костюмы, необычные движения. Но танцовщицы в ансамбле опытные и, главное, дружные. От участия в конкурсах никогда не отказываются, ведь это драйв и веселье. Теперь перед выходом на сцену даже не волнуются. На самом деле мы очень сильно переживали раньше, когда выступали. Мы прямо тряслись все за кулисами, повторяли движения. А сейчас это мы воспринимаем как, ну, обычное выступление. Мы не переживаем. К слову, переживать причин нет. Все участники 7-го открытого окружного фестиваля конкурса «Алло, мы ищем таланты» – победители. Компетентному жюри остается только присудить место. Самое главное – это вкладывать душу в танец. Я думаю, что каждый из них, он талантлив, и дети, и взрослые. Те, которые к нам приехали, они точно любят свое дело, они увлечены и дарят радость жизни. Фестиваль в Дубках проходил в течение 2 дней. В первый на сцену вышли танцевальные коллективы, во второй – вокалисты. Всего в нем приняли участие несколько сот человек разных возрастов. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».